Друзья, ну что, снова всем привет! С вами снова, как всегда, Тёма. Мы продолжаем прохождение Assassin's Creed Valhalla. По нашей традиции, я уже хочу снова вас попросить не забывать подписаться на канал, поставить лайк этому видео, ну и написать комментарий. А мы в то время начнем прохождение Assassin's Creed Valhalla. Поехали. Надо куда-то идти. Далековато, да. 1,5 километра. Будем скакать. Что ж мне пытается делать? Стрелы окончились. Можно захватить вражескую территорию. Это не там, где чемпион БББ. Похоже, но, насколько я помню, могилы стояли в прошлый раз с этой стороны. Я понял, так у нас ничего не прорастет. Можно вот этой штучкой туда кинуть, да? Не понял. Откуда? Уже ничем не кинуть туда. Я так понимаю. Но, в принципе, яма освободилась. У меня вопрос лишь один. Назад мы выберемся из нее или нет? И какой в ней смысл? Оба-на. Но оно похоже на тот вход, который был, просто его, может, закрыли и сместили, как вот чемпион БББ. Тут были бары, дрались. Оно тоже было небольшое, это помещение. Я сейчас сгорю. Горю! Опа, стоять. Ah!
Интересная история, но нам она зачем? Чтобы обойти базу, типа, или что? Чтобы потерять хп, так как я понял. Вот зачем. Потому что у меня не осталось хп вообще ничего. Я сгорел. Побежали. Где-то рядом дом, даже так. Да. Ну вот это вот еще, вот это тут. А что это тут за золотая, не? Дальше. Блин, я не могу на нее попасть. А, это там, где я фотографию сделал, ставил, да, все. Я думаю, что это за история? Что у нас с камнями? Давайте понаблюдаем, долго будет грузиться или нет. Текстура вообще не хочет грузиться. PlayStation 4 Slim. О! О! И то это еще не все, не конец. Надо ждать минуты две, чтобы текстура еще прогрузилась, я так понимаю. О, о, текстура прогрузилась. Камни, и то не в самом лучшем разрешении. Идем сюда, что-то от меня хотят. Хороший мальчик. Снова союз с кем-то надо заключить. Дана Грентабридж-Шира теперь наши союзники. Кто мне поклялась их ярл Скона Сома? Отлично, Эйва. Это будет нам большим подспорьем. Не все шло так, как было задумано. Погибли люди. Союз заключен, но друзей у нас не прибавилось.
Как же. Но мы добились своего. Но мы добились своего. Вот такая вот история. Союз заключен, но друзей у нас не прибавилось. Но почему? Она теперь наш друг. Как минимум. Некогда ярлом называли того, кто подчинялся лишь королю. Теперь все иначе. Так зовут вождей, старейшины, просто людей с деньгами и властью. Мир меняется, становится больше. Он разделился на множество частей. Думаю, наш язык должен измениться. Интересная мысль. Ты здесь, чтобы учиться, а не учить. Тогда давай ты, Эйва. Поведай, скажем о наших последних приобретениях. Клан жаждет знать. Мне что, произнести речь? Так. Услышьте же, друзья, мой сказ о трудах и победах. С того дня, как мы прибыли сюда, я много повидала в этом новом краю. И в скитаниях своих заключила немало крепких союзов. Король Мерсии стал нашим другом. На юге, Ярл Скона Сома и Дана Грентебридж поклялись нам в вечной верности. Мои с Сигурдом труды укрепили наши связи с... Послушать тебя, ты ровня Сигурду? Интересно. Чтобы он сам тебе на это сказал. Сигурд знает, чего я добилась, и хвастал бы этим красочнее моего. Но это не умаляет ваших заслуг. Ведь меня окружают храбрейшие и сильнейшие воины. Давайте выпьем. За Сигурда. Вернется он поскорее. За клан Ворона. Верных и храбрых друзей. За Сигурда. Да избавит он нас от тебя. И да будет ваш эль столь же хмельным, как удага. Сколь! Ты думаешь, я пьяный? Правда, глаза коль? Да, слова твои грубые. Это говорит Эль. Мой разум не затуман. И я вижу, как ты мечтаешь присвоить славу Сигурда. Ты несешь полную чушь. Скажи, я тебя чем-то прогневила? Ну, конечно. Враги наступают от реки! Вроде Даны! Сколько их? Слишком много. Бой уже идет. Мерзавцы! Чем мы не угодили? Кто может сражаться вперед? Прочие ждите здесь! За мной! О, вот это интересненькая тема, друзья, я вам говорю. Я даже не думал, закончится речь и все на этом. А тут на нашу базу наступают Даны. Сейчас мы посмотрим и спросим у них, что они хотят. Волчара, а ну давай, иди грызи этих. Вам не уйти отсюда живыми! Тут что, все закрыто? Я хочу залезть сюда, Интересненько, ребята. Ранви, чувствуешь жажду битвы? Сейчас я залезу. А что, все окна позакрывали? Нет.
Нашего с тобой гнева, убоится любой враг. Нанять Йонгсунга? Нахрена вернись, мне надо, когда я вернись, когда я тебе понадоблюсь. Навряд ли ты мне понадобишься. Как выйти отсюда? Теперь тоже только по верху. Эта история меня не устраивает, но что поделать. Эйвор, давай запрыгивай наверх. Наконец-то. И пошли уже отсюда драться там. Там битва идет, а мы с тобой лазим по крыше. Защитите население. О, братуха, а ты крут. Очень крут. Да нет, родной, в этот раз уже ты сдохнешь. Ты в руках, ты в руках Одина. Конечно, еще как. Щит, да, у меня крутой стал теперь. Шо там? Поднимайся, ассасин. Нас тут убивают. Я сейчас, если выпущу родного пацана сюда за 100 этих. Блин, да мне интересно посмотреть, что он может. Я хочу его взять сюда. 100 серебра это не так уж и много. Более это все равно игра. Сейчас я его заберу. Капец, куда ты лезешь, Эйвор? Давай, родной. Я призываю тебя. Если у меня нема 100 серебра, я просто так сюда лез. То... Здравствуй, Эйвор. Здравствуй, Эйвор. Я жажду сражаться, вместе с тобой. Идем, нас с тобой ждут, золото и слава. Ты сделал, сейчас там все уже подерутся, я хочу с ним подраться попробовать, Эйвор. Я не могу. Есть контакт. Давайте, защищать иду. Я отступать!
вопрос, где этот воин? А что это было? Меня убили? Кто-то меня спалил? Да не, ну это вообще уже было несерьезно, то есть. Я так и не понял, кто меня убил, если честно. Ну сейчас посмотрим. Что это за история? Ну я ж нанял того, кто мне нужен был, правильно? Правильно. Этого воина. Только я его не увидел, чтоб он дрался. Я готов драться с тобой, Эйвер. Там же в этом доме все двери закрыты. Как он будет драться? Он все не может выйти оттуда. Зачем только 100 серебра тратить, я не могу понять. Разработчики непонятно зачем сделали это вообще. Нанял, но он не дерется, стоит в доме. Что? Вы что, гоните или что, блядь? Че я появился аж тут? Что-то игра начинает тупить, я вам отвечаю жестко. Игра автоматически сохраняет. Что она сохраняет автоматически? Ничего не сохранило автоматически, ничего. Ну, скачи давай. Или я не могу тут скакать? Еще и загрузка начинается. Боже мой. Что здесь происходит? Куча локаций, которые не прогружаются. Да, я следую. Дана Грентабридж Шира теперь наши союзники. Все, это я видел. Здравствуй, как ты? Как ты? Ребята, вы как? Как у вас дела? Пишите в комментариях, что нового. Как жизнь проходит? Так, все эти разговоры я слышал, вы то... Сигурд... Ты не... В бой, в тяжелый бой.
Вам не уйти отсюда Вам живыми! Вам не уйти отсюда живыми! Вопрос. Рандви, чувствуешь жажду битвы? Я не вижу ни одной прослойки, чтобы туда попасть. Сейчас. Горячо! Горячо! Блядь, она заглючила вообще, ебать! Она забежала в огонь и просто заглючила вообще, блядь. И сгорела дотла. Когда у нее столько хп, это дрочь. Я не знаю, короче, что делать. Сейчас заново туда бежать. Будет ли от этого большой толк? Заново туда бежать. Потом там этот лах снова, еще что-то начинается. Вот так. Вот так. О, хотя бы мы уже тут. С того дня. С того дня. Ирский. Послушай. Сигурд знает чего. Сигурд знает чего. Ты думаешь? Ты думаешь? Ты. Ты. История долгая, вообще вот долгая прям. Развитие истории долгое. Сволк, как у тебя дела? Игра сейчас глючит именно хорошо. Там. Короче, 30 FPS тут нет, я вот так. А у меня не по этим стрел. Это, конечно, очень плохо. За клан Ворона! Давай, сюда иди, родной. Вам не уйти отсюда живыми! Где я поджёгся? Вопрос, ебать, самый большой. Если я был в кустах, нахуй, которые были полностью зеленые. Но это уже, блядь, чисто, блядь, лаги, пиздец. Пошли.
Круто. Тогда, да, тогда, да, и в скитании, на юг, Сигурд знает, Битва, идем на битву. Наш клан хотят убить клан Ворона. Хороший мальчик. Вам не уйти отсюда живыми! Тролль в ночи! Рангви, чувствуешь жажду битвы? Они все подожгли, вот да. Честно. Стрелы не заезд. Берем верх! Не отступать! Не улетят! Это шняга, то что у них вот эти топоры, это конечно серьезно. Мне бы хп где-то подхавать. Было бы хорошо. Потому что с таким хп идти к ним драться, это... Проигрышный вариант. Ну для меня. И ни стрел, ничего не мало. Смотри, две стрелы. Дайте что-то пожрать кто-нибудь. Да зачем мне ваши письма? Да, конечно, еще что. Ха!
Да их еще много. Ну, слава богу, хоть я убил, а не меня. Вон там стрелы, я вижу, где есть стрелы. А, конечно, я к ним подойду именно сейчас. Это мы еще посмотрим. Кто послал нам умирать? Упал, но толку от этого тоже упал. Не, это все. Это беда, если стрел у меня нема. Стрелы. Еще есть и ХП. Убить всех, кто встанет на пути. Успокойся, родной. Батька в здание пришел. Один остался. А! Еще хпшечка. Иди сюда, родной, я тут. Да ты сгоришь сейчас, Фоц, просто там. Да и ладно, гори. Как хорошо, да? Прости, но мы помочь тебе не смогли, гори. Хоть ты и наш. Мы всех перебили. На реке чисто. Если и был кто еще, то решил не лезть. Из Гётеланда, судя по расцветке и узорам. Зачем они здесь, мы так и не узнаем, раз нет выживших. Один есть! Это червяк полз. Хотел уплыть от нас подальше. Пощади меня, прошу. Я тебе еще прикажусь. Хочешь жить, ответишь на мои вопросы. Откуда вы здесь взялись и зачем напали на нас? Мы осели. Восточной Англии. Приплыли недавно. Искали добычу. Что-то вы с курса сбились. Тут Мерсия. Я знаю. У нас был приказ. Чей же? Так я и сказал. Пёс, ты бестолковый, собственным за до серебро ищешь. Убить его! Отмолчишься, будет хуже. Прошу еще раз. Кто вас послал? Сам ветер. А воды рек. Унесут нас домой. Он просит смерти. Уважим гостя. Или отпустим домой. Пусть поведает своим, что их ждет, если решат сунуться к нам опять.
Да убить его! Какой пустить? Надеюсь, кто-то тебя оплачет. Эйвор. За ним ведь можно было проследить. Так мы бы хоть что-то узнали. Такая дерзость карается смертью. Сигурд поступил бы так. Какой толк от моих советов, если их никто не слушает? Сохрани мы ему жизнь. Нас ославили бы на весь мир как трусов. А теперь эти даны будут нас бояться. Прости мою поспешность, Трамби. Но Дак прав. Хоть теперь ты поняла. Надеюсь, так будет и дальше. Нужно убрать тела подальше от лагеря. Верно. И обсудить, что делать дальше. Вместе. Обсудим, что делать дальше. Конечно, обсудим. Задание выполнено, названные гости. Плюс 1700 очков к опыту. Друзья, я уже хочу сказать, пожалуй, на этом на сегодня все. Хочу пожелать всем приятного просмотра, напомнить вам, чтобы вы не забывали подписываться на канал, писать комментарии и ставить лайки. Ну а проходить игру мы уже начнем в следующей серии. До скорых встреч!